It's alright when you take it first.
Разряжать обстановку и сластить ее. Ой. Всем добрый вечер. Сегодня ведь у нас подстава. Что поем потом? Сегодня у нас, как известно, день рождения. В день рождения, насколько я слышал, принято говорить слова и дарить подарки. Вот подарок. Но магазин фотографий цветов остался открытым. С Аней мы знакомы уже больше 10 лет, и вы себе представить не можете, в каком состоянии я только не видел. Я имею в виду творческое состояние, то есть вы не подумайте ничего плохого. Помимо всех прелестей, что сегодня Аня нам показала, это и вокальные таланты, и талант аранжировки, Аня еще занимается дирижированием. Аня, по секрету скажу, наверное, сама еще, не знаю, пишет научные работы, они организуют мероприятия творческие. Что ты еще делаешь? Они организуют хоровые флешмобы. И, ну, конечно же, является педагогом. Вот, то есть уже есть даже некоторые отзывы о Ане на работе. Вот хочется сказать тебе спасибо за то, что ты с нами есть. И за что бы она ни бралась, все это получается почему-то хорошо. Я даже не понимаю, в чем секрет. Ну, поговорка есть, да, талант ключевой, талант ключевой во всем. Да, к Ане это относится, но дело, мне кажется, да, не только в этом. Дело еще в том, что за что бы она ни бралась, она в это погружается. Погружается полностью и отдает всю себя. За это отдельное спасибо. Мы забыли про погружение. Здесь есть погружающиеся. Они могут поднять тоже руку. Дело в том, что с этого года мы еще и рассказываем о джазовой и классической музыке. И погружаем желающих в джаз и в классику. В общем, стараемся по разным фронтам. С днем рождения, это тот снег. Надеюсь, не последний. Добавить к множеству талантов Анну. Она художник. Она прекрасно рисует портреты за одну ночь, причем мгновенно. Как вы оцениваете? Тут есть не только Наташа, которую я написала, есть еще один человек, который стал первым человеком в истории меня. Ему посчастливилось родиться под такой звездой, что я нарисовала его портрет.
Можете похлопать счастливцу. Попа первая. Может быть, все вместе давайте. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Здесь. И как здорово, что вы все собрались. Музыканты не хотят расходиться. Так и сыграем!